юбилейные 10-й победы в сезоне. Раз, с днем рождения. Два. И ваши комментарии. Три. Комментарии. Два разных тайма. Первый тайм, на мой взгляд, он был неплохой по качеству игры. Во второй тайм явно играли на удержание и сделали замены. Казалось бы, игроки новые выйдут и темп немножко увеличит, тоже внесут новую, но этого не получилось. Второй тайм чисто играли на удержание. Слава Богу, что мы этот результат отстояли. Это для сегодня самое важное. Мы, на мой взгляд, сегодня уже в высшей лиге остались. Будем продолжать дальше играть. Но на сегодняшний момент задачи выполнены. Спасибо. Вопрос. Пожалуйста. Юрий Павлович, прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с заменой Дудиева. Дудиев якобы там кто-то срывался. Ну, Дудиева я вообще-то не планировал менять, но Дудиев у нас очень нежный. У него коленочка заболела. Попросил замену, поэтому мы поменяли Дудиева. Павлович, в вашей тренерской карьере были еще памятные победы на день рождения? День. Да, особенно, по-моему, была кубок в 96-м году выиграли. А больше не помню. Еще вопрос. Юрий Павлович, кроме трех очков сегодня, какой-то более хороший подарок на день рождения мог бы быть? Нет, самое для человека, который занимается тренерской деятельности, для него самый лучший подарок – это три очка, которые есть, и хорошее место в турнирной таблице на этот момент. Я имел в виду, может быть, звонок из… А? Я имел в виду, может быть, звонок из столичного «Локомотива». Звонков много, поэтому поздравлений много, телефон выключен, поэтому не знаю, кто звонит, кто не звонит. Кому нужен, те найдут. Юрий Павлович, а помимо победы игроки что-то подарили вам? Говорят, три очка. Это основное. Основное. Обычно в этот день ничего не дарят и уходишь с плохим настроением. Не всегда выигрываешь. Тем более, что сегодня такой матч ва-банк, либо одни либо туда, либо сюда. Сейчас вообще турнирная таблица нижняя, она очень сложна. И слава Богу, что мы после завершающих игр не участвуем в этой борьбе. Выбрались из нее заранее. Есть еще что? Юрий Павлович, хотел спросить, как вы относитесь к отставке Божича? Буквально сегодня произошло. Для меня ничего неожиданного нет, потому что если вы за последнее время посчитаете, сколько этих отставок, то и сколько неустоек заплачено. Поэтому это принципы, видимо, руководства. Еще раз всех с победой. Спасибо. С победой. А что, уволимся? Да, уволимся.